Луковицы азиатской махровой лилии Бентли выделяются среди других сортов крупными, нежными цветками. Высота стебля около 1 метра. Цветки полумахровые в диаметре до 17 сантиметров. Окраска светло-розовая, местами кремовая. Кончики и тонкая окантовка лепестков розовые. Лилия зацветает в июне-июле. Сорт морозостойкий, в средней полосе не нуждается в дополнительном укрытии на зиму. Неприхотливый в выращивании, устойчивый к болезням и вредителям. Для высадки луковиц лучше выбирать плодородные, защищенные от сильных ветров участки. Лилия светолюбива, но может расти и в полутени. Лилия азиатская махровая Бентли – это многолетнее растение. Цветок окрашен в нежный, кремово-розовый, оригинальный цвет. Интересные цветы лилии могут быть до 15 сантиметров. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.